Привет! Представляю однофазный стабилизатор напряжения релейного типа Ruself Stabic Star 3000. Модель подойдет для регулирования напряжения в сети. Мощность 2000 Вт. Этого достаточно для работы с большинством бытовых приборов – микроволновкой, чайником, компьютером и так далее. Прибор отличается низким уровнем погрешности – всего 6%. В отличие от аналогов, данный стабилизатор может похвастаться двумя евровыходами на 220 Вт. При перегрузке срабатывает предохранитель и выключает прибор. Чтобы прибор снова включился, кнопку нужно заново отжать. Диапазон отклонения напряжения в сети от 140 до 270 Вт. Есть защита от перегрева и перегрузки. Режим задержки автоматически выключает стабилизатор, если превышен максимальный уровень напряжения в сети. Время задержки – 6 секунд. Если за время задержки напряжение в сети не изменилось, прибор не включается. Показания отображаются на цифровом дисплее. Для транспортировки есть прорезиненная ручка.